Мы находимся в комнатке, рассмотрим мозаики, которые меня заинтересовали. В левом углу мы видим башню с высокими воротами, из башни вылетает пламя. Но самое интересное – это надпись. Вроде как посмотришь, по-грецки написано, но «але», потом некий зигзаг. Так вот, ребята, этот зигзаг – это буква «кси», и в старом русском алфавите она существует. Таким образом, мы читаем надпись над этой башней, совершенно спокойно видим, что это Александрия. Поздравляю! Как, что? Смотри сюда и комментируй. Я не могу смотреть туда. Давай лучше посмотрим дальше в верхнем углу. Мы видим такая симпатичная, значит, фрагмент. Двое ребятишек, один стоит на спине у другого и что-то пишет, опять же, по-гречески на башенке. Ну, заглядываем. Есть такой, такая теория о том, что в старославянском алфавите каждая буква обозначала цифру. И если совершенно не трудно найти, у нас написано ИЕ выше ИЗ, еще выше ИЗ. Так вот, вторые буквы Е, С и З. По-русски это Е, Ж и З. Понимаете? Первая буква И с точкой обозначает десяток. Таким образом, ребята бьют молотком по этажам. Нижний этаж – это 13, 14 и 15. Так вот, ребятишки стали друг другу на спину, чтобы поскорее выбить цифру 15 на башне. Может быть, таким образом замерялся рост пацанов, им разрешалось охотиться после 15. Можно думать все что угодно. Ну и везде уточки, наши любимые уточки. Опять же, башня с надписью «Из». То есть эта башня высотой 15 каких-то единиц, забытых нами. Ну а внизу сцены охоты. Охота, прекрасные растения, богатая растительность. Совсем не та пустыня, что сегодня в Израиле. Все, я закончила. Не затягивай.